Всем привет! 7 лет назад вышла первая серия сериала «Закрытая школа». И нет, пожалуй, практически ни одного подростка, который не смотрел бы его после школы. Сериал продержался на телеэкранах 4 сезона и подарил многим его актерам большую известность. А недавно Агата Муцениеце, сыгравшая в школе одну из главных ролей, поделилась в Instagram фотографией с другими актерами сериала и написала: «Реально? Мы были такие? Состарились?» Сейчас я расскажу вам, как сложилась жизнь главных героев проекта после его закрытия. Павел Прилучный успел запомниться зрителям еще до закрытой школы. Он сыграл главную роль в фильме «На игре». Но именно школа, где он сыграл Максима Морозова, стала для актера судьбоносным проектом. На съемках сериала он встретил Агату Муцениеце, свою будущую жену. По сценарию они должны были играть влюбленную пару, а потом роман их героев перерос в настоящее чувство. Свадьбу они сыграли еще во время съемок сериала в 2011 году, но целый год не афишировали это. Сейчас супруги воспитывают двоих детей – сына Тимофея и дочку Мию. После закрытия закрытой школы Прилучный не оставил карьеру актера. Он сыграл в сериалах «Геймеры», «Темный мир равновесия», «Мажор», «Любовь с ограничениями», «Килиманджаро» и других крупных проектах. Для Агаты закрытая школа стала первым крупным проектом, в котором она сыграла одну из главных ролей – Дашу Старкову. После сериала она продолжила съемки. Агата снялась в сериалах «Геймеры», «Квест», «Гражданский брак» и других. До сериала Алексей Коряков играл в театре «Сатирикон», а после завершения съемок получил роли в таких проектах, как «Москва не Москва», «Преступление» и сериал «Карина Красная». Роль Андрея Авдеева в закрытой школе подарила актеру толпы фанаток, но еще до сериала у актера была возлюбленная Наталья, с которой они и поженились в декабре 2012-го. А в 2016 году у пары родились близнецы Роман и Виктория. Закрытую школу, где Татьяна Космачева сыграла Вику Кузнецову, она попала, можно сказать, по знакомству с режиссером Олегом Асадуллиным, который работал над этим сериалом. Они познакомились на съемках другого проекта фильма «Фобос. Клуб страха». Сейчас девушка продолжает сниматься. На ее счету роли в сериалах «Зорге» и «Неизвестный». А вот о личной жизни актрисы известно не так много. В ее Instagram нет даже намека на отношения. Отметим, что в Instagram у девушки почти 200 тысяч подписчиков. Для Евгении Осиповой сериал тоже стал одним из знаковых в карьере. После его закрытия актриса получила роли в проектах «Морские дьяволы», «Смерть», «Чрезвычайная ситуация» и многих других. В 2012 году закрылась закрытая школа. Евгения впервые стала мамой, она родила сына Максима от своего возлюбленного кинооператора Анатолия Симченко. Позже, в апреле 2015 года, она родила дочь Софию. В закрытой школе Анна Андрусенко сыграла возлюбленную героя Павла Прилучного, Лизу Виноградову, и это был не последний проект, где актеры появились вместе. Именно школа принесла Анне известность, и в год, когда закрыли сериал, она почти сразу получила роль в новом проекте СТС – сериале «Ангел или демон». Закрытая школа принесла Игорю Юртаеву большую популярность. После этой роли он стал часто давать интервью и появляться в различных телешоу. Когда проект закончился, Юртаев продолжил строить карьеру актера, но пока успех повторить не сумел. Карьера Луизы Габриэлы Бровиной после роли в закрытой школе сложилась очень удачно. Сейчас маленькой актрисе всего 15 лет, а на ее счету уже больше 40 картин. Среди них и другой популярный проект СТС – сериал «Последний из магикян». Девочка учится в школе с театральным уклоном и готовится к поступлению в театральный вуз. А вы смотрели «Закрытую школу»? Обязательно оставляйте свой комментарий. Мне будет очень интересно его узнать. А также, если вам понравилось видео, оцените его лайком, колокольчиком и подпиской на канал, чтобы быть в курсе всего самого нового и самого сочного. Всем удачи! Всем пока-пока!